Так, я шериф. О, да. Компьютер читает мои мысли. Просто читает мои мысли. Всем привет, ребятушки! Вы на канале Вэл. И сегодня мы будем играть в тайное убийство. И мы начинаем нашу игру. Так, уровни, уровни. Где уровни? Опа, уровни появились. Банк. Банк 2. Да, это классно. Банк — это очень классно. Все, мы будем играть в банке. Хотелось бы быть каким-нибудь суперским. То есть не просто там человеком. Быть убийцей или полицейским. Было бы классно. Такой. Я убийца, играю. О, здорово. А кто-то забрался. Ладно, ну пожалуйста, я хочу играть убийцей. Есть! Я убийца. Классно. Что мне теперь делать? Так. Я не знаю, где мой... О, вот и нож. Так. Ну, как будто я ни о чем не подозреваю. Иду за жертвой. Так. Надо определить, кто же из них все-таки шериф-то этот. Деньги. Классно. Так. Так. Я прошел. Теперь надо понять, кто же шериф тут. Понятно. Кто-то должен достать пистолет. Но кто? Ну, ладно, сейчас будет покушение там. Минус один. О, тихо! Там шериф. Он меня убил. Классно. Нет, что вот. Я совершил одно убийство. Он меня убил. Как-то странно. Я же мог кинуть как-то ножик. Вот бы еще раз поиграть за убийцу. Это было классно. Так, что же можно... Да. Биолаб. Биолаб. Посмотрим, кто за меня проголосует. О, это тот пацан, которого я убил. Да ладно, за это. Так, вот мы с полицейским поставили. Здравствуйте, я полицейский. Так. Я шериф? О, да. Компьютер читает мои мысли. Просто читает мои мысли. Пацан, ты меня убил, да. Я разочарован. Так, у кого есть... Ну... Ах ты. Есть! Виктори! Я убил убийцу. Просто с первого раза Виктори. Вот бы еще раз быть убийцей или шерифом. Не, вы видели, какой быстрый? Так, просто я такой вылезаю. С обычного пистолета убил. Дамп ножик. Не знаю, шестой какой-то левел. У меня пятый, у него шестой. Я на маленьком уровне убил того, кто на один уровень даже больше меня. О, это что-то невероятное. Ну, давайте вот с какой-то. Ну, ладно, выиграл вот серединный. Хочу быть каким-нибудь прикольным. Я не хочу быть обычным. Давайте хотя бы шерифа. Ну, компьютер, пожалуйста. Давай хотя бы шерифа или какого-нибудь убийцу. Только не человека. Конечно, человек. О, шериф! Да ладно! Не стоило. Не стоило. Так, я должен буду следить тут за всем. За всем происходящим. Что тут, у кого есть ножик? Убийства будут происходить. Где-нибудь. Так, это он.
Давай! Есть! Второе убийство, Виктори. Я еще раз убил убийцу? Классно! Просто прикольно, знаешь, когда ты просто... Я нашел убийцу! И опять. У него 7-й левел. 8-й даже какой-то. А, у меня 7-й левел. Понятно. Я опять выиграл. Классно быть победителем. Очень классно. Ха! Второго уже убил. Классно. И что, мне нравится побеждать. Проигрывать как-то не хочется. О, не-не-не, давайте вот это, давайте вот это. А, ладно, конечно, за банк. А что тут можно? Эмоции, короче. Мои эмоции, я сейчас хихикаю. Я хихикаю. Так, я хочу быть каким-нибудь прикольным. Ну, ладно, тоже сойдет быть человеком. Буду следить за всем. Тум-дум-дум. Так, нашел тайный проход. Опа. Так, здесь. Ой! Я буду избегать контактов. О! Кошмар. Вы видели? Этот пацан, кажется, убийца. Кто убийца? Так. Е. Вот этот ниндзя-убийца. Дверь открывать? Да, это он. Супер, он еще одного пацана убил. Главное, чтобы к этому пацану не подходили. Похоже, он уже отслеживает свою жертву. И он ее убил. Минус один. Еще раз. Кошмар. Просто убить пацана на ровном месте. Кошмар. О, а это, наверное, шериф. Сейчас этого убьет. Так, давай, беги, беги, пацан, беги, бегите. Бегите, давай, 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 давай. Минус еще раз. Где полицейские? Вау. Быстро же, быстро. Все, догадались. Беги, бежите. Еще раз. Похоже, это полицейский. Ну-ка, сколько там их? Этот, этот. Осталось двое. Так. Вот бы он уже нашел этого пацанчика, который в кустах где-то сидит. Смотрим. О! Прямо рядом. Давай, убей. Молодец. Он убил убийцу. Молодец. Осталось-то всего двое. Он просто убил. Все, выиграла вот это вот какой-то, да? Я очень хочу быть каким-нибудь человечком. Пожалуйста, сделайте меня супер каким-нибудь человечком. Я залез на крышу, значит, я уже что-то должен быть. Пожалуйста, прошу, прошу, шерифом или убийцем, шерифом или убийцей. Ладно. Так, осталось опять несколько секунд. Надо какую-то засаду. О, есть. Засаду номер. Шляпа подводит. Очень сильно меня подводит шляпа. И я решаю просто... Я избегаю контактов с человеком. Я тоже избегаю контактов от вас всех. Еще один. Возможно, это... О, я избегаю, я избегаю. Я все контакты избегаю. Я почти никому тут не доверяю. Так, здесь лежит ножик. Ну, не знаю. Жаль, я ножик не могу взять. Отслеживать убийцу. Пацан по имени Уэлл. Канал Уэлл. По имени Лев. Он разыскивает убийцу с ножом. И у него же у самого ножика. Так, похоже, убийца не проявляется. А почему? Никто не знает. Опа.
Лифт сломан. Ай. Ой, как больно. Ай, очень больно. Сколько денег рассыпано. Классно. Я богатый. Я набираю деньги. О, я боюсь людей, которые на меня покусают. Как покусают? Покушаются. Помогите. Он на меня сильно смотрит. Я не хочу, чтобы он думал, о чем сейчас думаю я. Я думаю лишь о том. Он меня что, убьет? Ну, этого, наверное, не случится, наверное. Хотя все возможно. О! Он был маньяком. Что, реально? Так, пацан тут живет. Ага, ага. В шкафу! Знал бы, спрятался. Уже этот. Вот и мое тело лежит. Класс! Так, избегайте контактов. Ну, ладно. Опа, подкажи. Кто выиграл-то? Хоть это было, не знаю. О, шериф! Ура! Это супергеройка. Хер. Значит, это супергерой. Ну и что ж, ребята. Всем вам в эту игру рекомендую поиграть. Потому что она очень классная. Я себя сегодня почувствовал шерифом, почувствовал мафией, почувствовал обычным человеком. А вы можете себя почувствовать тоже ими и поиграть. Ну и что ж, ребята, не забывайте подписываться и ставить лайкусики. И всем покусики, покусики.